привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодняшним ужином я удивила всю семью. Я приготовила шашлык в духовке, ароматный, нежный, с дымком. Секрет вам покажу в видео. А также на гарнир я приготовила булгур. Рассыпается, нежный, вкусный, очень полезный. Булгур – это пшеничная крупа, обработанная, без кожицы. Очень нежное блюдо. Всем рекомендую приготовить. Смотрите видео и готовьте вместе со мной. И радуйте свою семью только домашней едой. Чтобы приготовить шашлык в духовке, я мариную его заранее. Для домашнего шашлыка мне нужны будут следующие продукты. Одна крупная луковица, соль, перец, приправа хмели-сунели, добавляем по вкусу. 700 граммов свинины, 50 граммов копченого сала. Также добавляете в маринад любые специи на ваш вкус. И соль, перец также добавляем по вкусу. 50 мл уксуса, я брала уксус 9%, 100 граммов сметаны и 100 граммов воды. Для начала берем луковицу и нарезаем ее полукольцами. Открою вам маленький секрет. Чтобы шашлык в духовке получился по вкусу так, как вы жарите на углях или на дровах, в общем, на природе, я добавляю в маринад домашнее копченое сало. Поверьте, аромат шашлыка будет просто превосходным. 100 граммов будет достаточно. Для удобства я беру контейнер с крышкой, судочек. Выкладываем лук сюда. Добавляем немножко соли и приправу хмели-сунели. Еще чуть-чуть соли. И нужно вот так хорошенько размять лук. Растереть прям. Поверьте, приготовьте этот шашлык в духовке. Семья оценит, особенно мужчины. Они любят мясо в любом виде. Так, свинину 700 граммов я нарезала кубиками. Я брала заднюю часть. Приправу добавляю к шашлыку. Еще раз вот так разминаю все. Добавляю немножко соли. Затем добавляем немного молотого черного перца. Сметану. Также я добавляю уксус. Воду. И секретный ингредиент – копченое сало. И теперь хорошо все перемешиваю. Шашлык минимум должен постоять 5-6 часов, но я его оставляю на сутки. Поверьте, так вкуснее. Перемешали. Накрываем крышкой. И ставим в холодильник. Ну что, достали мы свой шашлык замаринованный. Аромат прекрасный. Так, теперь берем шпажки и нанизываем мясо. Мясо нежное, такое мягкое. Конечно же, берем сало. Можно приготовить и без сала. Я знаю, многие не любят. Я люблю. И скажу вам, в маленьких количествах есть сало можно и даже нужно. Берем следующую шпажку и также нанизываем кусочки мяса. Таким способом можно замариновать не только свинину, но и курицу, и говядину. На гарнир я приготовлю булгур. Готовится он очень быстро. Это отличный будет гарнир к нашему шашлыку. И, конечно же, не забываем о свежих овощах. Помидоры, огурцы, перец. Все это всегда на столе у меня. Зелень.
Какое нежное мясо, просто прекрасное. Теперь я взяла керамическую форму и весь маринад, который у меня остался с луком, распределила по форме. У меня получилось 6 полных шашлычков. Теперь вот так я их распределяю у себя по формочке. И 6-й. Шашлыки я ставлю в разогретую духовку на 190 градусов на средний уровень. Режим вверх-вниз. Для гарнира нам понадобится 150 граммов булгура, 1 луковица и 1 болгарский перец зеленого, красного, желтого цвета, без разницы. На раскаленной сковороде с растительным маслом обжариваем нарезанную кубиками луковицу до золотистого цвета. Слегка обжаренному луку добавляем болгарский перец, также нарезанный мелким кубиком. И слегка обжариваем пару минут. Теперь высыпаем булгур. Здесь у меня 150 граммов, на палец неполный граненый стакан. Я сначала булгур прожариваю без воды на растительном масле. Буквально 2 минуты готовлю булгур с расчетом 1 к 2. То есть 1 на палец неполный стакан крупы и 2 стакана неполных на палец воды. Выливаю 1 стакан воды. И 2 стакан воды. Теперь добавляю соль, перец по вкусу. Перемешиваю. Перемешиваю я 1 раз. Жду, когда крупа закипит. Как только булгур закипел, включаю на минимальный огонь, накрываю крышкой и оставляю томиться 20 минут до испарения жидкости. Булгур готов. Выключаем огонь и накрываем его крышкой. Через 20 минут я увеличиваю температуру до 220 градусов. Смотрите, я перелила в другую форму, взяла разъемную, а то постоянно шашлычки соскальзывали и падали в маринад. Ставим снова запекаться шашлыки при 220 градусах. Режим вверх-вниз. Шашлык в духовке приготовили. Аромат заполнил всю кухню. На гарнир у нас булгур рассыпается, нежный, ароматный. Я всем желаю удачного приготовления. Шашлык просто бомба. Радуйте свою семью только вкусной домашней едой. Я только недавно для себя открыла булгур. Готовится просто. Очень вкусный. Можно приготовить в разных вариациях. Прекрасный гарнир. И берем шашлычок. За счет того, что я добавила копченое сало, аромат непередаваемый. Снимаем кусочек и пробуем. Просто нежнейшее мясо. Готовьте, не пожалеете. Возьмем сало копченое. Домашнее. Булгур прекрасный в любом виде. Желаю всем приятного аппетита. Готовьте на здоровье. Удивляйте своих родных. Подписывайтесь на наш семейный канал «Дружная семья». Ссылка под видео. Подписывайтесь на наш кулинарный канал «Готовим с любовью». С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.